Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Game, и у нас нежданно-негаданно, оказывается, у нас появится водный гибрид, точнее, появится водный гибрид, сначала не какой-то там супер уникальный, хотя, может быть, Архилон, как хотел сказать, этот и будет у нас уникальным еще водным гибридом, но, судя по цвету, вот эта фиолетовая надпись что-то намекает мне на то, что это будет существующее уникальное. Кстати, вот прикольно, внизу смотрите, какая картинка, да, а вверху вот такая картинка. Так, ну что это у нас? Это явно какой-то небольшой плезиозаврик, типа кранозавр, лептоклейт и черепашка. Ну вот по поводу черепашек, мне изначально по раскраске это архилон. По раскраске архилон без вариантов. Но клюв мне говорит немножко о другом. Давайте сейчас мы зайдем под воду и посмотрим. То есть вот, короче, наш архилон. Ну да, вот раскраска вот даже на таком вот уровне, вот, ну вот, еще и кожа у него там такая была чешуйчатая, да, очень похожа на архилона. Но клюв у него вообще совсем не такой. Конечно, это может быть происхождение от, например, того же кранозавра. Да, вот кранозавр очень тоже, в принципе, подходит по телостроительству. Кранозавр, поскольку это у нас гибрид будет уникальный, это вряд ли он будет состоять из обычного, допустим. То есть черепашка у нас какая-то супер редкая, да. И вряд ли второе существо будет супер редким каким-то. Это будет, скорее всего, уже что-то легендарное. То есть это вряд ли будет лептоклейт, мне так кажется. То есть, поскольку черепахи у нас... Ну, генодуса мы откидаем, то есть он явно сюда не подходит. То есть генодус, ну, совсем не та структура. Да, и существо супер редкое или виповское, какое оно там, не подходит. Скорее всего, это будет кранозавр плюс архилон. Но на место черепахи... Может быть, кстати, во! Это может быть плезиозавр. Ребята, плезиозавр у него, смотрите, такой вот задернутый нос. Плезиозавр. Как вам такая идея? Вот плезиозавр даже больше подходит. Ну-ка, давайте еще раз. Вот такой вот нос у него вздернутый. Вот плезиозавр, кранозавр или лептоклейд. Вот очень подходят. Так, не туда. Ну вот плезиозавра мне нравится, в общем-то. Давайте голосуем. Угадал я, не угадал, да? Но еще тоже вот это вот существо подходит даже больше. Но вот если бы не было вот кожи у того гибрида, такого как у архилона, я бы сказал, что это будет псеходерма. Смотрите, клюв вот вообще больше похож на псеходерму. То есть у того существа. Но опять же, это может быть морда плезиозавра и плюс клюв. Клюв черепахи. Ну вот как бы еще протостега. Кстати, протостега даже больше подходит, чем архилон. Вот протостега. Смотрите, и панцирьки есть такие. В общем-то, и клюв есть ярко выраженный. Очень похоже на вот протостега и плезиозавр. Ребята, опа, ну либо архилон. Вариантов, конечно, много, но вот по форме носа вот похоже вот на плезиозавра, и даже протостега или даже псеходерма очень подходит. Так, у кого у нас там еще такой вот нос? Ну здесь вряд ли лептоклейд. Ну плезиозавр, мне больше нравится плезиозавр или кранозавр, потому что черепаха у нас будет вот плезиозавр или кранозавр, скорее всего. Потому что, наверное, что-то же должно быть у нас там, ну, легендарным, как по мне. Так. Ну и что, давайте будем мы, как бы так, любоваться на наших существ в бою. Так, ну, здесь все сильно мощно. Давайте мы постражаемся в обычной PvP-арене подводной. Там мы сможем взять... Ладно, пусть будет так. Своих черепашечек. Давайте начнем. Так, кто у нас тут? Вот, у нас есть архилончик, да? Ну, давайте возьмем не максимального архилончика. Так, чтобы был рядышком еще вот кто-то. Вот есть, допустим, плезиозавр.
здесь у нас. Вот, допустим, архилон, плеозавр и что-то водное, да, между ними. Кстати, у стиксозавра тоже такая вот морда. И мозика взять, да, допустим, и давайте возьмем мозика. Так, ну все-таки псифодерма или либо архилон. Псифодерма либо архилон. Так, ну что? Вот так вот ты решил, да? Сходу нас проатаковать. Нравится мне, что архилон у нас какие кайвеки такой незамыленный, без голубого фильтра. Так, ну что, время пробивать. Раз, два, три. 1685 хелсов не хватало. Ну ё-моё, блин. Это нехорошо. Нас сейчас просто пробьют моментально. За один удар всего лишь. Это нехорошо. Но все равно у нас шанс на победу остается. У нас там плеозаврик. Кстати, у противника тоже был плеозавр, да? Сороковый. Ах, бедняжка архилон. Ты не достоин быть гибридом, ты легко сдался. На все четыре. Ну, молодец. Молодец, морской конек твой сейчас погибнет. Сила удара 200, вообще ни о чем. Но опять же приходится бить на удар больше, чуточку нам не хватает. Так. Ну и добиваем. И супер удар крутящийся крокодил. Удар крокодила. Так, ну, первая победа за нами. Давайте сейчас возьмем очередных кандидатов на гибридизацию. Закрываем и идем дальше. Давайте сортанем, наверное, по атаке. Так, кто нам теперь нужен? Так, кранозавра можно взять. Давайте, может, мне там должен быть какой-то другой кранозавр. С какой-то черепашкой взять бы его. У ромалиозавра тоже морда похожая, но нет, он не будет там. Так, давайте на всякий случай. Тринокромерум, кстати, тоже так ничего подходит по морде как-то мне. Но плеозавр больше всех похож. Так, генодусов мы не берем. Далихаринхопс, ну нет, у него как-то слишком широкая пасть будет. Так, вот наш кандидат. Это Протостега. Протостега. Так, и между ними возьмем кого-то пещерного. Давайте вот так. Помчались. Посмотрим на Протостегу. Протостега наравне с Архилоном подходит. По коже. Ну, а Псифодерма по форме клюва подходит. Так, давайте пока чуточку посидим в защите. Но на самом деле... Так,
стоит, наверное, его уже пробить. Не жалея ничего, мы принесем жертву Дункльястея. Рыбка размером с автобус. И выплыла вот вторая рыбка размером с два автобуса. Ну, это судя по вот этим анимациям. Хотя это неправильно. Дункльястей-то намного больше, чем Анхапристис должен быть. И очень чудесно, что я оставил кронозавра с большим уроном. Он этого живучего с большим хелсом Анхапристиса как раз пробил. Так, и ну и Мауизавр. Так, на 3 из 4, ну, нам этого будет достаточно, я думаю. Протостега это сможет сделать. Пятерочка. Но цвет все-таки больше архелоновский. Тут такой зелененький, а протостига уже такая какая-то коричневая. Так, мчимся дальше. Давайте псифодерму откопаем. Так, псифодерма, выходи. Вот псифодерма наша. Псифодерма, протостега. И пусть будет... Лептоклейдышку возьмем. Ну, давайте лептоклейдышку, но нам сейчас, скорее всего, надерут задницу. Три рифовых существа. Это... легко наказуемо. Но мы так, конечно же. На посмотреть пойдем. Ладно. Риф. В принципе, неплохо. У нас даже картина получше, чем у противника. Хотя нет, поровну. Лептоклейд 66 бьет. Так, это очень мало. А кто у него тут самый сильный? Это акула. Мегалодон, в смысле. У него здесь самый сильный. Ну, я думаю, мы должны порешать. Какой крохотный лептоклейд-то. Так, пробили. Ну, ему сейчас придется тратить баллы на подмену. Не знаю, почему он не сделал этого раньше. Хотя мегалодон имеет очень мало жизней. Чу, это вообще какая-то изи-катка, ребята, получилась. Получилось у нас... изи-катка. Ах ты ж гаденыш. А чё это ты так подменился? Зачем я это подменился? Кто знает? Я не знаю. В мыслях был мегалодон, а я тут подменился. Но ничего страшного. Остались две черепашки. Ах ты ж гаденыш, да, не досчитался я этого балла, подарил. Подарил, новогодний подарок сделали мы Докозавру. Но все равно ему придется мегалодоном очень много баллов потратить, чтобы пробить псифодерму. Если еще учитывать моих 3 балла, то его все равно ничего не спасет. Даже мой такой душевный подарок... на 4 он проатаковал, ну и что, поставь ты хоть 4 в защиту, хоть сколько, ничего тебе не светит. Практически за один удар мы его пробиваем. Очень, очень изи катка. Да, 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 это победа. Так, ну в общем-то мы посмотрели вблизи с разных ракурсов на всех наших участников. Давайте сейчас еще взглянем на картинку, которую нам нарисовали.
в люди. Так. Вот, ну да, скорее, да, все-таки Архилон, наверное, будет. Архилон и Кранозавр. Архилон, вот и Кранозавр, что-то, вот такая у него более острая морда. Кранозавр. У Плеозавра она более закругленная, но тоже горбинка такая есть. Архирон плюс Кранозавр, да. Ну, пусть будет так. А вы свое мнение, конечно же, напишите в комментариях. Посмотрим, кто был прав. Да. Ну, вы поняли. До скорых встреч.